Обрешетка мощная. Вот такая была обрешетка. Ну, как была, есть. Будем менять. Предстоит у нас такая работа интересненькая. Здание 30 метров в длину. В высоту, наверное, метров 15. Нам надо перебрать эту крышу. Давайте посмотрим, из чего она состоит. И какого года, интересно, эта постройка. Давайте вместе разберемся. Посмотрим, как раньше ребята строили плотники. Давайте заглянем, что там у нас. Из чего это все у нас состоит. Здание 12 метров. Посередине лежит бревно. Что-то вроде маурлата. И соединяется бревнами 6 метров и 6. Дальше идет подкос. Подкос уперся в бревно, соединен с помощью скобы металлической. Дальше упирается зарубка такая. Гвоздик. Пару один загнулся. А здесь у нас все соединено с помощью скоб. Скоба, скоба, бревна. Мощный мурлах какой лежит. Диаметр, наверное, 40. У него бревна зарублены. И все соединено с помощью скоб. Вот такое крепление. Самое интересное, наклон 9 метров, железо заказывали. Бревна без стыка. Специально заказывали, видно, пилили. Идет подкос. И что-то вроде стяжки. Затяжки висят сами по себе на металлических скобах. И самое-то интересное, что здесь нет подконькового бруса. А на вид прямая. Правая часть чуть-чуть кивнула. И как кто думает, в каком году эта постройка была построена? Сколько ей лет? Я думаю, лет около 20, наверное.